Однажды один преданный подошел к другому и сказал: «Ты знаешь, — говорит, — у Прабхупады есть тапочки. Ты в этих тапочках, Прабхупада ходит каждый день, выходит из своей комнаты, приходит в алтарную, перед алтарной он снимает эти тапочки, дает лекцию, потом после программы он опять одевает эти тапочки, подходит к своей комнате, и перед входом в комнату он оставляет эти тапочки и заходит в комнату. И я, говорит, посмотрел, какой фирмы эти тапочки, какой размер. Я купил себе такие же точно тапочки, и сегодня я решил подставить свои тапочки, чтобы Прабхупада хотя бы один раз прошелся в этих тапочках, и у меня будет Махапрасад от Прабхупады». И преданный сказал: «Ну, здорово, я тоже так сделаю». И этот преданный подставил свои тапочки. Шрила Прабхупада вышел, одел тапочки, спустился, как обычно, на лекцию, вернулся, но вошел в этих тапочках внутрь комнаты. Никогда он этого не делал, вот, и вдруг он входит внутрь комнаты. Вот, и через некоторое время выходит слуга Шрилы Прабхупады, выходит и говорит: «Тебя зовут так-то?» Он говорит: «Да, мое имя такое». Он говорит: «Шрила Прабхупада просил тебе кое-что передать. Во-первых, он поблагодарил тебя за новые тапочки. Спасибо большое. Но самое главное, что он просил тебя передать, что не нужно хитрить с духовным учителем».